Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 14 грудня – день ліквідатора на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні про це будемо говорити разом з головою міської спілки «Союз Чорнобиль Україна» Ігор Турчин. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Ігор Володимирович, я таке от спірне питання. День ліквідатора – це свято чи це все ж таки день пам'яті? Ну, в моєму розумінні, це свято. Потому что это как для наших отцов День Победы, как для наших отцов это знамя победы над Рейхстагом, так для нас 14 декабря это победа над мирным атомом, который готов был уничтожить всю Украину и всю Европу. То есть это день подписания акта, а Государственная комиссия приняла в саркофаг, что он готовый. То есть, по крайней мере, страна, тогда Советский Союз, обеспечил 30 лет гарантии, что у нас все будет в порядке. Хто саме ліквідував наслідки аварії? Хто ці люди? Тому що ми от звикли говорити про аварію на Чорнобильській АЕС тільки от у конкретну дату. От сьогодні у нас є можливість ще раз пригадати історію оцієї трагедії, яка захлинула не тільки Україну, а й весь світ дійсно. Ну, смотрите, участников ликвидации аварии более 600 тысяч человек. На сегодня в Украине проживает порядка 165 тысяч ликвидаторов. Из них 56 инвалидов. Это практически каждый третий. Я скажу, по Днепропетровской области у нас 2400 ликвидаторов второй категории. Из них 1115 инвалидов. То есть практически каждый второй. Кто эти люди? Ну, призывались через военкоматы, от производства ехали люди, разные специальности, потому что это была целая, ну как, страна в стране. Страна в стране. У меня практически все мои товарищи, которые закончили химико-технологический институт, там была военная кафедра. Я по военной специальности химик-разведчик, и практически все ребята, которые закончили ДХТИ, прошли через Чернобыль. Ну, мои ровесники, старшие, младшие. Там были люди разных специальностей, были водители, были химики, были строители. И шли через военкоматы, и шли, были командировочные. Что я могу сказать? У нас в 91 году был принят закон о чернобыльцах. Закон прекрасный. Но, к сожалению, за 30 лет внесено более 50 поправок, и они далеко не в лучшую сторону, только в сторону ухудшения. Особенно резко по нам ударило 2016 год, когда правительство Яценюка начало резать льготы. Ну, почему-то они решили поднимать экономику за счет льгот чернобыльцев. Это абсолютно неправильно. И я благодарен городу Днепру за то, что подставили плечо. Потому что очень много город делает и для вдов, и для инвалидов, и для второй категории. А от, до речі, ми вже почали таку тему підняли. Які пільги були встановлені для учасників ліквідації? Знаете, было пильк много установлено. Это был 91 год, Советский Союз. Это были одни условия, закон уже устаревший. Основная пильга, которая есть сейчас для первой и второй категории, это коммуналка. Она очень ощутима. Это для участников ликвидации аварии второй категории 50% в зависимости от квадратных метров. И для первой категории, кто шел через военкомат, они приравнены к инвалидам войны, у них 100%. И плюс еще есть пильга такая, как у нас по закону положено ежемесячно получать для второй категории 25% от корзины, ну, государственной корзины по продуктам. Ну, высчитывается эта цифра, да. Вот, к сожалению, эта цифра уже начиная с... Еще с Ющенко без изменений. То есть 200 гривен для второй категории, 400 гривен для первой категории.
И даже эти деньги уже третий месяц не выплачиваются. Що ж, будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще. Скажіть, будь ласка, повертаючись до теми історії, які заходи проводилися тоді для ліквідації? Ще раз, будь ласка. Які заходи проводилися тоді для ліквідації? Яким саме чином ліквідували наслідки аварії? Ой, ну, представляєте, от це огромне сооружение, яке полуразрушене було. І фаніло с огромной радиацией, начиная от выходов на крышу, очистки крыши третьего энергоблока, кончая дезактивацией территории, рыжий лес. Ну, если перечислять все, что там было, это займет очень много времени. И плюс воздвижение вот этой бетонной стены. Я скажу так, что работали 86-й год, на крыше несколько секунд, на территории можно было несколько часов находиться, именно на территории станции, потому что это и первый энергоблок, и второй энергоблок. Работали по уничтожению этого рыжего леса, потому что это радиация бешеная. Подвозили бетон к стенке четвертого энергоблока, чтобы поднять этот саркофаг, чтобы соорудить этот саркофаг. Работали подекадно, вернее, как подекадно. Получили дозу облучения, и их сразу убирали, приезжали новые ребята. Я скажу, что на тот момент, 86-й год, доза облучения максимальная в год была 5 рентген, допустимая по нормам. В связи с аварией на ЧС эта доза облучения была поднята до 25 рентген, то есть в 5 раз больше. Практически в 86-й год все бойцы получили 25 рентген официально, но неофициально это все было намного больше. Я скажу так, что был негласный закон, что офицерам ставить 25 рентген, рядовым 24-98 тысячных. То есть, потому что это было связано с деньгами, кто получал 25 рентген, те выплачивали дополнительную премию. Ну, государство, пусть Советский Союз всегда экономило. Ребят рядовых допускали 24,99,8 тысячных и отправляли домой. Это жизнь, от этого никуда не уйдешь, потому что, я так понимаю, чернобыльская трагедия, она, ну, в моем понимании, вбила последний гвоздь в Советский Союз, в распад Советского Союза. Потому что просто страна не выдержала такого экономического удара. А от з приводу радіації, як проводилось вимірювання радіації, що надійшла в організм на місці роботи або після прибуття додому? Знаєте, вопрос, звісно, дуже цікавий, і вспоминая то, що це було, я вам скажу сказати следующее, що, знаєте, ми коли студентами були, коли нас спрашивали, з якого справочника, ми говорили, з справочника стеля, тобто з потолка, по-англійськи стеля. Да? Точно так же там измерялась радиация. То есть, да, были дозиметры, все это мерилось, но даже я вот работал, у меня 33 выезда непосредственно на станцию. Я выезжал со своей командой, и в зависимости от пребывания сроков, я каждому ставил свою дозу облучения, и главный радиолог все прекрасно понимал, и все это мне подписывал. Значит, кто приближался к окончанию срока, ну, по накопительной дозе. Тому я стал чуть меньше, кто только приехал, стал чуть больше. Вот это я говорю, что как это все измерялось. Да, выходили ребята с дозиметра, знаете, такие клюшки, может, вы видели по телевизору, это были дозиметры специальные. Да, мерили. Я же еще раз говорю, что в основном это был потолок стеля. Справочник потолок стеля. Так вот. А як наслідки, як проявилися наслідки отримання дози радіації от від участі в ліквідації наслідків на здоров'ї вашому, на здоров'ї от ліквідаторів? Ну, якщо говорити обо мені, то я інвалід другої групи. Я отримав другу групу ще в 2003 році, а в 89 році, спустя 3 роки після аварії, вірніше, в 90 році, спустя 4 роки після аварії, я став інвалідом третьої групи. Ну, я сказал, что практически в городе Днепропетровске каждый второй чернобылец является инвалидом. У нас порядка
800 человек имеют инвалидность, связанную с Чернобылем. К сожалению, где-то около 300 человек имеют инвалидность по общему заболеванию и являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Да, надо доказывать, что твое заболевание связано с Чернобылем. Да, это пережитки Советского Союза, он до сих пор все это остается, а врачи говорят, а поезд ушел, а у вас заболевание случилось сейчас, а должно было 10 лет назад или 20 лет назад, а оно было 20 лет назад, то надо было кормить семью, нельзя было уходить на больничный, все это один за другим цепляется. Ну, я хочу, вот пользуясь случаем, да, хочу поблагодарить руководство города, конкретно Бориса Филатова. Он подписал распоряжение, 1115 инвалидов, независимо от того, есть связь или нет связи, у нас получит материальную поддержку, уже начали получать в размере 3500 гривен, это 3 900 000 из бюджета города. 26 апреля у нас по 3000 получили 1200 вдов, практически 3 700 000 из бюджета города. Кроме того, вторую категорию я уже говорил, что правительство Яценюка отказало в оздоровлении. Второй категории – это участники ликвидации аварии 86-87 годов. Город подставил плечо, мы более 200 человек отправляем на отдых. В этом году 200 человек оздоровились в прекрасном санатории «Нефтехимик». Я могу сказать, что это санаторий 5+, это в Бердянске. Люди очень довольны и благодарны руководству города. Кроме того, 1 миллион выделен на, это в нашем городе, на помощь в приобретении дорогостоящих лекарств, в помощь при онкологии, при реабилитации постинфарктного состояния, инсультного состояния. То есть, поверьте, это дорогого стоит, более 60 человек на сумму более чем 650 тысяч гривен у нас в этом году получили такую материальную поддержку. Що ж, це дійсно вражає. А як вам здається, от таке філософське, можливо, питання, за стільки років в Україні був час серйозно задуматися над помилками Чорнобиля? І от ми говоримо про те, що влада, можливо, не завжди підтримує, не завжди є саме в державі нашій така от підтримка, яку можна знайти. І все ж таки, от висновки якісь були зроблені чи ні? Ну, у нас на территории Украины работает 5 атомных станций, и от этого никуда не уйдешь. Потому что, что бы мы ни говорили, а атомные станции вырабатывают самую дешевую электроэнергию. И, может быть, я уйду немножко в политику, но я не понимаю, почему Украина с такой выработкой электроэнергии населению продает электроэнергию по самой дорогой цене. Но это больше уже политика и экономика. Отношение государства к чернобыльцам. Но я уже сказал, что, к сожалению, закон работает только в сторону ухудшения. И вот последние высказывания госпожи Третьяковой, которая является председателем комиссии Верховной Рады по социальным вопросам, для меня не совсем понятны, когда она говорит, что статус чернобыльца – это не значит, что человек имеет льготы. Во всем мире, если человек совершил подвиг, а я считаю, ликвидаторы совершили подвиг, и делать что-то для государства, для него определяются определенные льготы, независимо, какие у него доходы. И если нас начнут еще измерять наши доходы, то поверьте мне, что вот те же пацаны, атошники, сейчас афганцев я не беру, это наши побратимы, мы одно поколение. Ну, поверьте мне, что это неправильно. Потому что люди совершили подвиг, люди защищали страну, а им начинают считать, а вот там твой сын зарабатывает столько-то, а вот твоя дочка зарабатывает столько-то, вот пусть она тебя кормит. Это абсолютно неправильно. Когда нам говорят, что мы должны, даже чернобыльцам по стажу, какой стаж? Я в 90-м году стал инвалидом уже. Какой стаж? Скажіть, будь ласка, от ви теж говорите за те, що в Україні діють атомні електростанції, що це дійсно найдешевша електроенергія. А як ви взагалі оцінюєте той факт, що зараз по всьому світу от такі говорять про будівництво додаткових АЕС? Ну, якщо є система безпеки, вона правильна, то це нормально. Я ще раз підчеркиваю, не треба експериментувати з мирним атомом.
работают атомные станции, вырабатывают дешевую электроэнергию, от прогресса же никуда не уйдешь. Это не остановишь. Вы могли, ну, может быть, вы могли представить. Я, например, не мог представить, что в 90-м году у меня будет мобильный телефон. Даже представить себе не мог. И я смогу спокойно разговаривать по WhatsApp, по Viber, с любым человеком в любой точке мира. Знаете? Прогресс есть прогресс, этого никуда не уйдешь, поэтому атомные станции, я уверен, будут строиться. Другое дело, что должна усовершенствоваться система безопасности. Ну, в Чернобыле совершили ошибку, делали эксперименты, я не понимаю, для кого, для чего. Результат экспериментов – это потрясение всей страны. Это огромная территория вышла просто из строя, территория Украины. І на завершення хочу, щоб ви розказали про орден, з якими сьогодні до нас завітали. Якщо я не помиляюсь, це орден за мужність. Розкажіть, будь ласка. Ні, це не орден за мужність, це знак отличия учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Ну, якщо вам розказати про свої награди. Давайте. Ну, я награжден 3 орденами, в тому числі орденом за мужество 3 степені, орден за заслуги 2 і 3 степені. Ну, я могу сказать, что первый орден – это в сквере героев вот памятник, который построен. Это мемориал, это, ну, считаю, заслуга всех чернобыльцев. Я просто был типа диспетчером, который выполнял тогда связующие все работы. Это программа чернобыльская. Ну, в 16 году президент Порошенко меня наградил орденом за мужество 3 степени. Ну, это, конечно, уже чисто за чернобыльца, 33 выезда непосредственно на станцию в 86 году. Ну, я горжусь этим. Що ж, і ми дійсно пишаємось, що живемо в одному місті з такою людиною, з такими людьми. Ой, сьогодні ой, вам вдячна за нашу прес-конференцію. Говорили про День ліквідатора, про наслідки Чорнобильської про наслідки Чорнобильської атомної електростанції. Говорили разом з головою міської спілки «Союз Чорнобиль Україна» Ігор Турчин. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!